От имени президента страны Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма на имя главы региона Кумар-Аксакалова и жителей Северного Казахстана, сообщает пресс-служба Акима области. Цитирую. «Уважаемый Кумар Иргибаевич, искренне поздравляю вас и всех жителей Североказахстанской области с 20-летием Астаны. Знаменательный юбилей главного города страны, символа независимого Казахстана, является нашим общим праздником. В возведении величественной столицы в сердце Сары-Арки принял участие весь казахстанский народ. В рамках проекта «Регионы в дар Астане» особый подарок преподнесла и Североказахстанская область. Построенная протяженная и обустроенная велосипедная дорожка является важным компонентом современной городской среды, ориентированной на человека. Она будет служить средством продвижения здорового образа жизни и развития массового спорта в столице. Выражаю вам и всем жителям региона большую признательность за весомый вклад в процветание Астаны. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия. Конец цитаты.